Борис Пастернак, Гефсиманский сад. Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за ней начинался Млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, что эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказав, неведомо откуда, толпы рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лапзанием на устах. Петр дал мечом отпоры головорезам и ухо одному из них отсек. Но слушает: «Спор нельзя решать железом, вложи свой меч на место, человек». Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.